Газеты и социальные сети пестрят объявлениями о помощи обналичить средства материнского капитала. Своим потенциальным клиентам они гарантируют получить деньги быстро и законно через пенсионный фонд. Но что нужно знать и чего опасаться тем, кто задумался воспользоваться услугами таких организаций, смотрите в следующем материале выпуска. Всем известно, что средства материнского капитала можно использовать только по четырем направлениям. Это улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение необходимых товаров и услуг, предназначенных для реабилитации детей-инвалидов. Все другие способы являются незаконными. И пытаясь обналичить средства маткапитала через организации, предлагающие такие услуги, в лучшем случае можно получить только треть от всей суммы, а то и вовсе все потерять. В последнее время в нашем городе появилось очень много листовок, объявлений о том, что какие-то фирмы предлагают помощь в получении средств материнского семейного капитала до достижения возраста 3 лет наличным способом. Хочется обратить внимание владельцев материнского семейного капитала, что подобные услуги далеко не всегда бывают законные. В лучшем случае семье, которая обратилась по такому объявлению, наличные выдадут 150-180 тысяч рублей, а оставшиеся 270-300 тысяч рублей окажутся безвозвратно потерянными для семьи и не могут быть больше использованы ни по одному из законных способов использования. Вариантов по обналичиванию средств материнского капитала, которые предлагают частные фирмы, множество. Это и приобретение земельного участка в другом регионе с дальнейшей его продажей, и выкуп сертификата с вкладыванием оставшихся на счете средств в долевое строительство. С одной стороны, все будет выглядеть вполне законно, и средства действительно спишут со счета. Но сколько процентов от этого получит настоящий владелец сертификата и получит ли вообще, неизвестно. Вернуть утраченное будет невозможно. Обращаясь по таким объявлениям, помните, никто бесплатно оказывать услуги не будет. Если фирма занимается обналичиванием маткапитала, значит, им это выгодно. А вот выгодно ли это вам, стоит задуматься. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».